Всем привет! Мы находимся в автоцентре АНТ, официальный дилер Амоды. И сегодня мы протестим и прокатимся на ультрасовременном кроссовере Амода C5. И составит мне компанию стилист Юля Шарина. Юля, привет! Привет, очень рада. Ну что, готова? Конечно! У тебя сегодня будет максимально сложная задача рассказать мне, парню, про моду, да, как быть модным весной 2023 года, ну и оценить вот такую вот красотку Амода C5. Да. Попробуем? Я думаю, нам будет легко с этим справиться, потому что мода уже с нами. Да, поехали. Поехали. При разработке внешности дизайнеры придерживались принципа золотого сечения Пифагора. С какой стороны не взглянешь, а мода C5 выглядит эффектно и пропорционально. Атлетичные пропорции, ниспадающая крыша и развитый задний спойлер создают цельный завершенный образ. Харизмы добавляют крупные 18-дюймовые колеса. Я модой занимаюсь больше 12 лет уже. И мода для меня это святыня святынь, потому что я с детства любила рисовать, заниматься какими-то такими историями. Куклами наряды не шила, но любила творчество различное. Вот. И вот эти шаги, как у нас все говорят, все идет с детства, то есть привели меня к тому, чем я занимаюсь. То есть не сразу к этому пришла, то есть я какое-то время работала в сфере политики, а потом из политики перешла в моду, и вот уже здесь такое количество времени. И для меня мода и стиль – это таких два кита, которыми я живу, которыми я занимаюсь, развиваюсь в этой сфере постоянно. Вот. В общем, мода – это моя жизнь. Стоит ли вообще подбирать под себя машину? Именно вот делать ее под свой стиль, брать стильную машину? Ну, знаете, как я отвечу, что это как ваша визитная карточка, да, то есть ваш автомобиль говорит о вас в первую очередь, кто вы есть, поэтому в автомобиле видно, кто вы, то есть это и про статус, да, это и про позиционирование тебя как личности, да, и твоего автомобиля. Мода 23-го года весной, какая она? Яркая, сочная, оранжевый, это прям вот фаворит этого сезона. Амода C5 снабжен редчайшей для сегмента функцией системой голосового управления. Она распознает голосовые команды и позволяет меньше отвлекаться от управления автомобилем. Водитель может дать команду открыть окна или люк, включить кондиционер или фары, добавить громкость аудиосистемы, машина мигом выполнит ваше распоряжение. Я вас слушаю. Включи радио. Да, вот. Сработало. Сработало. Вот, кстати, еще одна функция вмешалась, да, тоже очень важная. Едем мы когда по трассе, это мы пока с тобой разговаривали, я это тоже замечал. А на дисплее, видишь, типа трасса, да, показана. И вот есть полоса. И вот, допустим, очень много часов я в дороге, и, не дай бог, водитель начинает засыпать и типа съезжает с трассы. Так. И первое, звуковой сигнал, а второе, машина начинает выравнивать руль, то есть он выравнивает тебя на полосу. То есть даже ничего если себе. На трассе тебе, там, например, что-то начинаешь ходить, машина, то есть я прям чувствую, как руль, он раз. Помогает, да, получается? Да, да. Помогает. Очень важно, да, штуковина, камера 3D. Ух ты. Полностью можно машину посмотреть обзор, да? Да, и оп, машина проехала, еще одна машина проедет, мы ее тут увидим. Оп. Отлично. Вот это, кстати, очень круто на самом деле. То есть она, кстати, очень сильно помогает камере кругового обзора, когда и паркуешься. Проверим двигатель, да, он хоть... Давай, давай. Не, давай тогда пройдем. Да. Полуторный, но он трубовый, если я не ошибаюсь. И по традиции газ в пол. Как я люблю скорость. Роскошь и красота. Супер вообще. Можно сразу наглеть, да, так? Ой, божечки, божечки. Мне как жить-то вообще просто? Я же теперь влюблена. Как потом выйти из этой машины и не вернуться в нее обратно? Вообще. Да? Я все, у меня вот это, я как, когда включается опция, ну вот, эмоции, как у ребенка, то все. Это просто, это вообще просто... Это такие эмоции. Юль, есть еще одно направление в моде – оверсайз.
Правильно, да, сказал? Да, 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 совершенно верно. Что это за направление, в чем суть? И почему очень модно оно сейчас? А это все про то, Дим, что я говорила уже про лень, про комфорт. То есть, ну и знаете, это не только про это еще и про удобство, потому что сейчас мы замечаем, что вот и молодежь, да и все мы, вот я прихожу к сыну на футбол, и 200 человек сидят, они все в оверсайзе, потому что почему? Проснулся в воскресенье утром в 9 утра, да, ну в чем идти? Ты не будешь ничего одевать, ты оденешь то, что удобно. Юля, вот такие покатушки получились. Да. Расскажи эмоции, как оно, насколько было классно. Да, на самом деле драйв зашкаливает на 300 000 000%, потому что действительно название бренда Омода, да, и Омода просто. То есть вот это вот все пазы сошлись, когда внутри все очень красиво, когда внешняя вот эта эстетика просто зашкаливает. Вот чего стоят только вот эти ромбы безумные, вот эта сталь, да, вот просто на самом деле не хочется. Можно еще повторить. Если вы захотели приобрести Омоду C5, сейчас самое время. Автомобиль доступен по цене от 2 014 900 рублей по адресу Павловский тракт 249D. Для бронирования также доступен автомобиль Омода C5 с полным приводом. Омода ждет тебя!